Дамы и господа, добро пожаловать на борт самолета авиакомпании «Аэрофлот Российские авиалинии», участника Международного альянса SkyTeam. Ваша безопасность и комфорт – основные приоритеты нашей авиакомпании. Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами безопасности и аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета. Ваша ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем впереди стоящего кресла. Пожалуйста, не размещайте ручную кладь у аварийных выходов и в проходах. На время руления, взлета и посадки самолета все электронные устройства должны быть переведены в авиарежим или выключены. Ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть размещены на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами. Мы просим вас воздержаться от курения на протяжении всего полета. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма и сигнализацией. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите ее. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Каждый выход обозначен световым табло. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть расположен как впереди, так и позади вас. Светящиеся дорожки вдоль проходов указывают направление к выходам. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. На случай вынужденной посадки на воду, все трапы могут использоваться в качестве спасательных плотов. Ваш спасательный жилет находится в центральном подлокотнике или под сиденьем вашего кресла. По указанию экипажа достаньте жилет из упаковки и наденьте через голову. Оберните тесьму вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. При покидании самолета надуйте жилет у выхода, дернув за красные колпачки. Поддуть жилет можно через клапаны. В жилете имеется сигнальная лампочка, которая зажигается в воде. Для младенцев на борту нашего самолета имеются детские спасательные жилеты и люльки. В случае аварийной посадки примите одну из рекомендуемых поз безопасности.